В рамках акции «Видеочтение произведений Аркадия Кулешова» Новозасимовическая сельская библиотека предлагает вам стихотворение «Походная кухня». Пасмурно, осенний дождик робкий, слышен близкий орудийный гром, и трещат дрова в железной топке, полыхая мирным огоньком. Тем, кто побывал на поле бранном и огонь войны увидеть смог, кажется всегда немного странным золотой домашний огонек. И среди лесных суровых звуков странно слышать тихие слова о еде, толкует повар Жуков, в печь бросая жаркие дрова. И стоят у кухни ездовые, наливают завтрак в термоса, едет Жуков на передовые, через топи, темные леса. Вот дорога кончилась лесная, котелками, ложками звеня, окружает повара родная, в битвах закаленная семья. В их кругу ему есть тоже место, он о них заботится не раз. В час урочный ждут его приезда, расстаются с ним благодаря. Кончен завтрак, в бой вступает рота. Сердце парня радует она. Хороша, бодра, сыта пехота, грозного бесстрашия полна. Перед ним дорога вновь лесная, к теплым кухням, топкам повела. Едет повар, не подозревая, что вершит великие дела.